Доброе утро. Коротко о погоде в Лазаревском. И давайте начнем сначала с московского времени. Где мой телефончик? Потому что сегодня несколько попозже. 9:21 московское время. 18 мая. Поэтому, наверное, так и потеплее, когда с утра я выхожу. Почему-то 12 градусов. Сегодня же я видел 17-18. И это только еще утренние часы. На пляж уже подходит народ потихонечку. Вода чистая, прозрачная. Смотрите, какая. Прямо распрекрасная. Только что вот дама купала. Вы увидите, купалась, плавала. Вы увидите в другом ролике на другом канале. Кто-то у нас загорает. И причем загорающих уже немало. Уже нормально. У Владимира покупатели первые. Две девушки уже очки там примеряют. Тоже, кстати, были в предыдущем ролике. Ну, сами понимаете, утренний ролик далеко не ходил, все на месте. Поэтому здесь все одни и те же лица практически. Завен ждет. Сегодня у него суббота, сегодня у него путешествие. Если честно, я рассматривал сегодняшнюю субботу как для путешествия. Но. Вон, ну ладно, пускай работает. Но так как Михаил уехал сегодня в Краснодар, я остался на хозяйстве один. Буду дома. Не, ну буду куда-нибудь, конечно же, поснимать. Что-нибудь вам показать. Кто-то загорает оригинально так. Голова накрыта, а филейная часть слегка приоткрыта. Я не понял, то ли переставили лавочки вот на эту сторону. Да, это в принципе мудрое решение, я так думаю, да? С этой стороны, ну, закат получше видно. Что тут поменялось, что ли? То ли они серенькие стали, были коричневые, стали серенькие. Да, вон ребята меняют. Какие красавчики стали, смотрите. Все серенькое и беленькое у нас становится. Обратили внимание? Все наводят марафеты. Будет чисто и красиво. И новые лавочки. Новые лавочки из переработанной пластмассы. Из переработанной? Да, это мусор, который мы превратили в лавочки. Ну это здорово. Лавочки. Это здорово. Я уже обратил внимание, что они новые, красивые. Да. И что их поставили. Да. Они все будут по набережной, да, и все лицом к морю, да. Во, что с лицом к морю, это здорово. Вот так вот все совершенствуется. Ладно, пойду дальше прогуляюсь. Видели, как здорово? Теперь лавочки лицом к морю. Кто-то ходит в куртках, как я. Кто-то вон лежит, загорает, тоже прикольно. Наблюдать такие картинки, да? Ольги пока еще нет, а вот кофе уже можно попить. Ребят, чуть пораньше открываются. Ну, я вам показывал вчера вот что-то такое шоу. Дебют 26-го. 7 июня спектакль «Вокзал на троих». Наводят марафеты по ниточке. Натягивают ниточку, потом будут забивать колышки, я так понимаю. Точнее, уже забивают колышки. Вот такое вот утро, друзья, у нас в Лазаревском. Кто-то в куртках, как я уже говорил, а кто-то загорает. Море обалденное, чистое, прозрачное. Кстати, там на причале, походу, опять началась какая-то суета. Возможно, кабелюки эти, тросы натягивают. Так что как-то так. Ну что, коротенько сегодня, да? Всем доброе утро, привет из Лазаревского. А я пошел домой. Мне уже магазин открывать скоро.